Алло, сестры Лейн, как у вас дела? Вы имеете какое-то отношение к этим фотографиям? Эти фотографии скоро попадут в интернет и в желтую прессу. Не думаю, что снимки, на которых вы делаете минет в грязном подвале, помогут вам сорвать большой куш. Для чего вы это сделали? Для чего? А почему вы не спрашиваете, кто я такая? Разве вы не работаете на телевидении? Нет, сестричка. Я не понимаю, о чем вы говорите? Почему вы называете меня сестричкой? Ваш прелестный папаша приехал в Париж 25 лет назад, трахнул мою маму и бросил ее, не сказав ни слова. А впоследствии не помогал ей. Теперь я собираюсь вернуть свое. Знаете, как это унизительно чувствовать себя одинокой? Что случилось? Расскажи мне. Мы банкроты. Черт. Черт возьми. В соответствии с завещанием, составленным моим канадским коллегой мистером Шерли Бу, я намерен обсудить исполнение вами отлагательного условия для получения наследства от вашего покойного отца, который скончался 8 июля 2012 года. Условия завещания: в течение одного года и одного дня после смерти вашего отца к вашему поведению не должно быть никаких нареканий. Но учитывая полученные мной последние документы, я, к большому сожалению, должен вас проинформировать о том, что вы не получаете оставленных вам 33 миллиона канадских долларов. Кроме того, вам будет отказано в доступе к домам, квартирам и прочей недвижимости, которая будет продана, а вырученные средства уйдут на благотворительные цели. Мне очень жаль, но вы были предупреждены.